Сьогодні у цей непростий час українці розкидані по різним куточкам землі, по містах, країнах, навіть континентах. А мене доля завела в гості. Я запрошена до Наталії, до людини з чудовим серцем, з відкритою душею. Вона мені запропонувала приготувати дуже дивну, незвичайну страву. Це молдовська кухня, але я навіть не запам'ятала назву цієї страви. Я думаю, що зараз ми з вами завітаємо в гості і дізнаємося, що ми сьогодні приготуємо. Наташенька дуже підтримує нашу країну, тому у нас сьогодні сніданок з 1+1 прямо тут на кухні. І вони там щось готують своє, а ми готуємо своє. Доброе утро, дорогі друзі. Вот это у нас що, Наташенька? Фасолі? Фасолеві стрічки. Вони жовті, ага. По виду. Разно. Ми срізаємо здесь. Кончики, да. Кончики. І в воді немножко, щоб чистили. Немножко на... Ага, чтобы немножечко стекла вода, да? Вода, чтобы стекло. Угу. Так. И потом, что это будет за блюдо? Как оно называется? На молдавском или на русском? Ну, на молдавском, интересно. Фасоль на душике, картофель. Как еще раз? Фасоль на душите, кук картофель. Это я так сразу даже и не выговорю. Ну, в общем, тушеные стручки с картошкой. Понятно. Очень интересно. Такого я еще никогда не ела. Так, так у нас прекрасный чан. Масло. Масло наливаем туда. Так. Это подсолнечное или оливковое? Подсолнечное. Ага. Лук я забыла его разрезать. Луковицы мне не нужна одна. Угу. Половина. Видите, что ну, по телевизору? Украинские каналы дивимся. Да. Так. Его срежем. Угу. На маленькие частицы. Рукавичка, она для того, чтобы можно было высунуть, что-то попробовать, стрельнуть за томатом. Ага, кубиками режем, да? Кубиками мелкими режем, да? Мелкими. Угу, И добавляем. Добавляем в чан. Ага, да, понятно. Все, сейчас оно будет немножечко там, золотиться будет лучок. Включили вытяжку, не чтобы... Слышно. Не, все слышно. Вытяжку включили, потому что жарко. На улице температура там 30 градусов. Так, сейчас мы вот этот еще... Ух ты, как интересно, да, чтобы влага вся ушла. Мы немножко в воду. Угу. Гуська не надо. Ну, Гуська это наша помощница, она всегда с нами. Вот, начинает закипать, очень красиво смотрится. И он когда подзолотится, мы туда бросим фасоль. Совсем соль золотится. Чуть-чуть, ага, прихватится он лучок. Вкус, пожалуйста. Стрючки. Стрючки прямо кладем туда в чан, да. Вымоченная немножечко водичка стекла, и теперь мы их кладем в чан, стрючки эти. Я что-то думала, что мы будем их резать, эти стручки. А? Зачем? Ну, я так думала, я не знала. Я так себе представляла. Но видишь, оказывается, все совсем по-другому. Целиком эти стручки. А, если слишком длинные, пополам. Если слишком длинные. Да. Можно пополам просто поломать. Ну, такая длина, оказывается, очень даже хорошая. На украинском цибуля, а по-русски лук. Да. Ну, мусор мы выбрасываем. Там уже шипит у нас все красиво.
пошло. А тут у нас картошечка заготовлена уже. Наташа все подготовила заранее. Да, мы чистили картошку. Да. Промываем хорошенько. Угу. И вот еще раз. Потому что вот здесь много, так мало. Ага, сливаем водичку, да. Это новая картошка, не старая. Молодая, да? Угу. Сейчас и срежем. Будем резать ее? Длили. Угу. А, я так всегда режу на 4 части. А, даже вот так. Ага. В длину мы режем. В длину режем. Я люблю так резать. Я тоже так всегда режу картошку. И когда варю, и когда жарю. У нас, если, например, там в Макдональдсах вот так нарезают картошку, то она называется по-селянски. Здесь немножко у меня есть. Так приходится потрудиться, чтобы перемешать. Так, еще добавляем немножко воды. Чего? Воды? Воды. Угу. Именно чтобы она тушилась, да? Угу. Вот. Да, понятно. Там где-то 150 грамм, наверное, да? Водички. Немного. И ставим на лёд. Добавляем. Крышечку, да? Крышечку ищем. Угу. Угу. О, так. Даем. Меньше. Да, меньше огонечек, чтобы он именно тушился, да? Ну, прекрасно. Картошку мы порезали, теперь будем готовить чеснок. Чистим чесночок, да? Сейчас я буду помогать. Нет, но люди, знаешь, хотят чего-то новое готовить. Людям же это интересно. Какие-то новые блюда, что-то новое узнают. Ну, вот мы чистим молодой чесночок. Он прям такой пахучий-пахучий. Это даже не трески. Нет. Все делают молодой. Крупные вот эти, но ага. Они не пахнут. А это пахнет именно. Это пахнет. Надо попробовать их, они немножко даже жгучие. Так понятно, что он очень ядреный. Он не, ну... Вот такой добавишь, например, в салат такой чеснок, уже он... Ух. Вот сколько мы начистили чесночка. Так. Заготовили. Проверяем, что у нас тут в чане. О, запах, между прочим, уже пошел. Угу. Запах поджаренного такого, ну, маслечка с лучком уже пахнет. Еще немножко. Пока вот эти самые, вот, немножко ослаблются. Они не были твердыми. Ага. Немножко мягче. И когда будет гнуться хорошо, тогда это уже мягче, да? Угу, понятно. Окей. Так, и лавровый лист. Лавровый лист. Так, и потом добавим картошку. У нас лавровый лист. С чем? Это самое... С какой страны? А, с Италии лавровый лист. Ух ты! Друзья привезли, да? Класс! Добавляем две... Два листочка? Два листочка. Хорошо. Значит, та фасоль, которая осталась у нас в воде, которая лишняя, да, нам была уже, мы ее что делаем? Высыпаем немножко. Да, высыпаем, чтобы оно опять-таки просохло, да? И это самое... В кулечек и в морозилку? Вот, и будет до следующего раза, да? Ну, правильно, ребята, там уже был полный чан, уже нам было много. А то, что осталось, будет на следующий раз. Или на зиму. Вот, или на зиму. А что зимой можно сделать? Суп.
То же самое, а суп вы не делаете? Вот, можно и суп, можно и... И картошку вот так же сделать, да? Ну, видите, ребят, очень интересное применение. Надо взять на вооружение, мне кажется. Это очень полезный совет. Ну, все, в морозильнике до... можно до следующего года. Угу. Ну, оно же не пропадает, правильно? Оно же не пропадает, поэтому вот, очень удобно. Хозяйкам на заметку. Видишь? Так. Ну, можно уже картошку можно. Ну, она мягенькая стала, да? Закладываем картошку. Закрываем картошку и его перемешаем. Угу. Так. Да. Если была, чтобы... Да, 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 да. Интересное блюдо. Я, честно говоря, впервые вообще такое сочетание вижу. Сейчас добавим перчика, да. Но мы же еще не солили, насколько я помню. Сейчас. Ага, будем, да? Она твердеет от соли. Угу, угу. Сейчас нужно, когда картошку ловим, можно и соль. Да? Ага, понятно. Так. Поперчили, посолили, снова помешали. Да, ну видно, что фасолечка уже мягенькая. Видно. О, видишь, как у нас осталось? Осталась таки одна. А мы мешали, мешали, и одну не, и одну не нашли. Сейчас дорежем, да? Дорежем ее. Это же надо такое. Так внимательно смотрели. И одну таки пропустили. Так. Смотрим, если вода еще в такие есть. Есть немножко там водички. Да? Угу, угу. Чтобы был пар, когда закрываем крышку, чтобы был пар. И закрываем. И сколько? И нам теперь только ждать, чтобы картошка приготовилась. Готова, и она будет уже все готово. И будет уже все готово. Если ох! Картошка готова, все. Потрясающе. Ну что, ждем? Ну, тогда вот перед этим немножко вот ждем и чеснок. Уже когда будет готово, тогда нет, мы... Нет, еще не готова. Она еще готовится, но она еще не готова. Мы еще должны один раз... А нет, но когда будет готово, тогда мы чеснок бросим, да? Нет? Нет, нет, вот когда вот сейчас предпоследний раз будем... Ну, а мешать когда мешать? Будем, да? Ну, можно разом и чеснок. Ага, все, чтобы понял. Оно... И зашла внутри. И запах, чтобы был, пропитал полностью да, да. Все, да? Угу, я поняла. Хорошо. Так, сейчас еще мы... Еще раз поставим чеснок. Угу. Ну, такими мелкими кусочками, как он был, мы так его и кладем. Они мелкие, если были большие, мы срезаем. Угу. Срезали его, да? Угу. Нету, мы еще немножко добавим водички. Ага, водичка уже выпарилась вся, да? Выпарилась. Мне нужно, чтобы она... Чтобы чуть-чуть было. Была. Угу. Добавляем еще немножко водички. Это кипяченая. Кипяченая, хорошо. Потому что все здесь уже кипяченое. Ага. Если ты не будешь сложить... Свежую воду, да. Угу. Сейчас попробуем. Мы, ребята, вот когда зяму готовили, мы уже говорили, что чем меньше огонек, тем вкуснее блюдо, которое готовится. И вот сейчас томиться должно, правда? Вот, а мы пока с Наташенькой, вот Наташенька готовит чай, сейчас будем пить чай. А потом уже, пока мы попьем чай, будет готова картошка с фасолью. Ну что, прошло, наверное, минут 10, да? Запах. А ну я понюхаю. Да. Красиво, слушайте. Прям блюдо золотистого цвета получается. Желтенькое такое все. Яркое, солнечное блюдо. Сейчас попробуем. Картошку, да. Картошку. Ну, по-моему, она разваливается уже.
все. Картошка готова. Да, уже вся картошка готова. И что теперь? Да, и выключаем. И выключаем. 5-10 минут, чтобы оно... Настоялось, да? Ну, прекрасно, ребята, будем пробовать уже готовое блюдо. Та-да-да-дам, та-да-да-дам. Наступает торжественный момент. Так, сейчас будем снимать пробу. Ух ты! Ух ты! Ого, полная тарелка. Золотое блюдо. Желтое, солнечное блюдо. Я бы его так назвала. Если хотите, кубик масла внутри. Если хотите. Да, 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 да. Можно если положить, да? Да. Маленький кубик. Ну, давайте положим. Мне кажется, что масло сделает еще тоньше вкус, как бы мягче. Так, друзья, ну, молдавское гостеприимство, оно вообще потрясающее. Наташенька вот предлагает именно под это блюдо черное вино, да? Это Изабелла. Изабелла. Ну, спасибо огромное. Сейчас будем пробовать новое блюдо. Ну, за здоровье и за мир во всем мире. Самое главное. За мир, чтобы в Украине был мир, чтобы мы пили мирное время ваше. Дай Боже, дай Боже. Это самое главное желание сейчас, наверное, каждого украинца. И каждого, ну, совестливого человека во всем мире. Сейчас попробуем. Очень вкусное вино. Итак, пробуем наше блюдо. Очень нежный вкус. Но мне тогда немножечко соли не хватает. Я говорила, вкус, потому что есть диетический, да. Если... Да. Вообще это блюдо диетическое. Потому что все очень нежное. Но и фасоль... Но диеты не всегда вот можно... Вот кто у кого диета, и для желудка очень, очень. Смотрите, что подсолила, просто идеальное блюдо. Ну, фасоль это же растительный белок, насколько я знаю. Поэтому тут ничего. Вот правильное питание. Картофель, овощ, вот и растительный белок. Так что рекомендую. Пробуйте. Это очень вкусно.